Кирилл Алексеюк и Елизавета Фокина – студенты выпускного курса экономического факультета Технического университета. Пройдя большой конкурсный отбор, в критерии которого входили и вневузовская активность, и средний балл успеваемости, молодые люди получили возможность принять участие в интересном проекте и посмотреть изнутри, что значит работать в настоящем областном банке «Белгазпром». На протяжении рабочего дня они были закреплены за определенным сотрудником, который рассказывал и показывал молодым людям на наглядных примерах, что значит работать в банке. Полезно именно со стороны своей профессии, потому что ты на самом деле посмотрел, как это происходит. Не на сухой теории, когда ты сидишь в университете, читают тебе лекцию, что такое банк, как тут все происходит, работа, а именно как вживую, на практике, посмотреть, как приходит, как кредитование тоже, как происходит, какая задолженность может быть и как взыскивают. Мы, как, скажем так, студенты-выпускники, очень живо поддержали и захотели вот принять участие в этом проекте, потому что для нас сейчас важно получить какой-то опыт, наладить какие-то связи, вот, поэтому без раздумий практически мы погрузились вот в участие. Особенность проекта Job Shadow Days заключена уже непосредственно в его названии. В дословном переводе это означает «следование как тень». Таким образом, наблюдая за работой сотрудников банка, студенты знакомились со своими будущими профессиями, со всеми их плюсами и минусами. Подобные мероприятия, уверены в Белгазпромбанке, полезны не только самим юношам и девушкам. В учреждении уже давно работают разного рода внутренние программы по повышению качественного уровня квалификации кадров. Почему мы, скажем так, заинтересовались? Продвижение HR-бренда – это продвижение его во внутренней среде и продвижение его во внешней среде. Во внутренней среде, скажем, это создание атмосферы внутри коллектива, это создание мнения у нас в обществе, да, создание мнения у нас у клиентов и, конечно же, побуждение потенциальных наших работников принять решение о найме на работу в банк. Программа Job Shadow Days стала обоюдно полезной. Молодые люди получили необходимые сведения о своей будущей работе, а потенциальные работодатели в этот раз в лице представителей Белгазпромбанка потенциальных специалистов в свою сферу. Мы проводили подготовительный этап, то есть отбирали менторов. У нас было несколько недель ушло на то, чтобы собрать предприятия, которые были заинтересованы принять студентов. Мы, в принципе, очень рады, благодарны нашим резким предприятиям, потому что они с удовольствием откликнулись и приняли участие в нашем проекте. Мы старались максимально охватить всех желающих. Некоторые компании шли навстречу и говорили, что кандидаты им настолько понравились, что они берут всех. Но некоторые, к сожалению, не могли, поэтому были вынуждены кому-то отказать. Но, тем не менее, мы надеемся, что этот проект он был полезен для студентов и надеемся в перспективе проводить подобные мероприятия с какой-то периодичностью. Анастасия Ноздрин-Плотницкая, Евгений Проснель, Дмитрий Лазарчук, телекомпания БукТВ.